Впервые на Бобруйщине проводится первенство Бобруйской объединенной организационной структуры ДОСАФ по джип-спринту. Драйв, соперничество, воля к победе. Площадка за микрорайоном Киселевичи на один стала местом сбора для автолюбителей, которые испытывают свои навыки, преодолевая сложности грязевых трасс. Кроме участников, судей и организаторов, увидеть все своими глазами приехали зрители самых разных уголков Синеокой. Первенство посвящено Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, что особенно почетно для всех присутствующих. Первая категория – это более модифицированные, подготовленные автомобили на резине от сельскохозяйственной техники. Третья категория – это прототипы, построенные в гаражах. Четвертая категория – это АТВ, квадроциклы. Заключительные заезды нашего мероприятия, как самую уже разбитую, самую сложную трассу. Весенняя погода идеально подходит для соревнований. Чем хуже трасса, тем больше очков. Мокрая вязкая дорога помогает проверить силы машины, профессиональность пилота. Несколько десятков джипов, мотоциклов, квадроциклов собрали активисты Бобруйского клуба автолюбителей «Бобры» при поддержке ДОСААФ. Съехались спортсмены со всей страны. Наибольшая доля участников – это Гродненская область, Минская область и Брест. Наши команды представлены 20 экипажами. Важная миссия водителя – точность просчета маршрута движения по бездорожью, мастерство управления авто в сложных условиях, проверка слаженности экипажа. Именно поэтому джип-спринт – спорт думающих людей. Трасса отличная, грязевая, коварные места, коварные были болота, засадные были ямы с водой, с грязью. Полевая кухня, точки общепита не позволяли участникам и зрителям голодать. Каша, суп, чай, шашлыки, блины. Все, чтобы перед заездом набраться сил. В перерывах главным атрибутом выстраивалась очередь из желающих сфотографироваться. Сломались, видите. Хотели помочь человеку первый раз. Будем в следующий раз более опытнее. Приедем еще раз. Уникальную возможность предоставили нашему телеканалу не только увидеть внедорожник внутри, но и проехаться по экстремальной трассе. Штурман продемонстрировал мастерство пилотирования и доказал, ему не страшны никакие преграды. Шикарная трасса, шикарный водитель. И много грязи. Такую нужно взять нам для съемок по пересеченной. Никита Швайковский, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.